о созидании. Неизменно качается маятник в колыбели, баюкая ноты. Пусть во сне подрастут в эпизоды, из которых составится памятник. Нет, не сразу он будет законченным. Много пауз придется оттачивать, научить нужный ритм выколачивать, да не стать чересчур замороченным. Он не будет страдать словоблудием, будет мысли четко высказывать и не станет что-то доказывать пропагандой, тупым орудием. Будет памятник загляденье, а пока пускай тикают часики. Воздвигали не сразу классики гениальные произведения. Сквозь потертость на небесном покрывале, рыхлой ватой манит дрема в неизведанные дали, обволакивает веки, сладким пледом укрывает, на ресницы из кувшина сны сиропом проливает, и неровный скрип вагона не тревожит резким звуком, молоточки ксилофона тают мерным перестуком. В этом мареве прозрачном, разморенном сном и пылью размываются границы между сказкою и былью. Десять стрел на десяти ветрах, лук сплетенный из ветвей и трав. Небес.
чудес. Юлия Левашова.